Хартли средний уровень поднять не может, он ежедневно здесь не работает. Это хотя бы ну, в плане, но есть же такой эффект, что немножко по-другому смотивировал, чуть-чуть, там чуть-чуть, и в сумме получается рост. Посмотрите на «Авангард». Сравните до Хартли, тоже очень хорошая команда, но с Хартли опять же на ступеньку, но выше. Ну вот в этом же есть ценность тренера. Ну да, это тренерское мастерство, конечно, это умение мотивировать, умение... В принципе, он велосипеда не придумывал и даже не пытался придумать новый велосипед. Вот насколько из разговоров с хоккеистами и с его помощниками, нашими тренерами, Хартли очень много внимания уделяет как бы азбуки, деталям, о которых, к сожалению, многие забывают. Там, держать клюшку правильно на льду в определенных ситуациях, это кажется, чему он учит? Это же в детстве учили. Учить-то учили, только потому что все, ну, почему-то все забыли об этом в игровых ситуациях. Да, ну там много разных таких деталей, на которые он обычно обращает внимание. И, конечно, он умеет мотивировать команду. Он, это фамилия, это Хартли. И он умеет поговорить с игроками, он умеет не только о хоккее, но он то есть, просто тренер я хотел очень коммуникабельный. О том...